По адресу Базарная, 93, дом памятник архитектуры, произошел обвал дворового покрытия в лоток, где проходит тепловая магистраль. На сегодняшний день был комиссионный выход по адресу специалистами КП ТГО и управляющей компанией КП ЖКС Департамента городского хозяйства. Было принято решение, что в ближайшие 2 недели будет произведена расчистка этого лотка от строительного мусора, который обрушился в этот лоток. Все сопутствующие отверстия, которые во дворе находятся и могут привести к дальнейшему разрушению, будут зацементированы либо закрыты асфальтом. В этой работе будет принимать участие управляющая компания КП ЖКС и теплоснабжающая организация КП ТГО города Одесса. В ближайшие недели будут проведены следующие мероприятия по закрытию этих ям. Управляющая компания КП ЖКС «Фонтанский» проведет расчистку лотка, где проходит магистральная труба от теплового узла, который обеспечивает теплом весь дом. После расчистки будут оштукатурены стены лотка, предусмотрена конструкция в виде каркасного покрытия и обеспечение этого лотка от попадания вещих осадков профнастилом, он будет закрыт. Рядом соседние ямы, которые образовались в результате подмыва грунта, будут отремонтированы КП ТГО путем асфальтировки двора частичной. Никакого подмыва грунта в виде неисправной канализации во дворе там нет. После обследования было определено, что коммуникации не текут. На сегодняшний день дом является памятником архитектуры. Фасадная его часть частично обрушена была в 2016 году. Дом стоит в титуле капитального ремонта. Жители в левой части фасадного флигеля, с левой части фасадного флигеля отселены.